Всем привет. Иду посмотреть, как водичка. О, ничего себе, купаются. Какой закат. Думал, что мы солнышко было, но оно еще не скрылось, но за тучами. А то красивое. Купаемся, значит, вода теплая сейчас. Дня 3-4. Температура около 30. Сейчас около 7 часов вечера. Тишина. Вот. Атмосфера. Сейчас вначале надо пощупать. Деревенские мальчишки. Ну, в принципе, ноги не сводят. Значит, надо хотя бы по пояс зайти. И вот так вот вечером посидеть на берегу классно. Ладно, пойду окунусь. Вода хорошая. У меня камера, правда, не водяная. Вон там кораблик плывет. Ну, сейчас не май месяц, конечно. Вода такая. Когда заходишь, чувствуется прохладная, но когда в воде, не чувствуется. Градусов 20, наверное. Какая-то самодельная, наверное. Классно вообще там, наверное. Потихонечку по течению плывут. Вот. От берега отошел. И тут уже по грудь. Сейчас. Это тоже пароход.
мухи какие-то еще. Я так у берега вот бултыхаюсь. Главное, купание для меня не то, что я там запотел или еще что-то, а когда плаваешь, ну, все мышцы работают, руки, ноги, голова. Вот. И это как бы сейчас как зарядка, ну как фитнес. Сейчас модно говорить. Вот я водным фитнесом занимаюсь. Вот их уж эти же Миши. Вот. Главное, волн нету. Когда волны. А я люблю на пузе плыть. Но в одну сторону на пузе, в другую сторону на спине. Там рыбак ловит что-то. Уже там вот туман. Ну, в смысле, не туман, а от воды. И рыбка булькнула. А там где-то крупная так. Тут рыбы хорошо, много есть. Лещ, подлещик, плотва, окуни, ерши, уклейка. Что еще? Ну и всякое еще там. Это вот самое распространенное. Подлещика просто можно вон там в тени, в это, в тинке на удочку обычно ловить, плотвичку там тоже. Ну, ерши, окуни. Они костлявые, я их не ловлю обычно. Или можно закидывать спиннинг или донку. Так вот, пищ сюда с кормушкой. Вот. Не, классно. Вот сейчас в воде сижу и смотрю на эту красоту. Ты один без Миши остался. Ихтиандер. Просто стараюсь. Камеру, если утоплю, плохо. Как я же буду потом видосики смотреть и снимать вам. Вот, ладно. Такое вот видео вечернего дня 27 августа. Вода, в принципе, ну такая, по пояс ноги видно, когда стоишь. Но летом она была чище. А может, это Миша тут намутил. Тут песок такой желтый. Ну, обычно как обычный песок. Мелочь тут, если видно, плавает. Ну, то есть вообще. Ну, на кружки там или что, не знаю. Вот такие вот милиписечные. Ну, есть обычный песок. А это вот тут вот такой вот какой-то коричневый. Коричневый такой, рыжий. И вот он здорово. Его вот так вот я в детстве брал. И в воде
Он становится, когда его бросаешь, такие бдыщ, бдыщ. В общем, бдыщ такой. Не знаю. Вот. Ну, я еще и мыльцы взял. Приятное с полезным. Сейчас еще и ополоснусь. Ну, так. Слегонца почище буду. В общем, все. Вот такое вот вам вечернее видео. Чтобы не скучали. Реально красивая же, да? А там уже где-то мотоциклы ездят, это уже другая деревня там. Другой колхоз. Вот. Ну, вот так вот и живем, чего. Ладно. Пока. Спокойной ночи. По скриптум. Вот уточка приплыла. Это вам не парковая, а дикая уточка. Цыпа, цыпа, цыпа. У нее тут утята есть. Летом. Купались. Когда купался, у нее там штук 7-8 утят было. Солнце уже почти скрылось. И я просто сел на заднице и минут 10-15 сидел. Ну, то есть сел в воду на задницу и ну, по шею в воде. И так сидел, смотрел. Мыло несъедобное. Кряква какая. Ну, я тут подкармливаю. Вот, а мыло, кстати, могла бы у вашей рекламной интеграции быть. Типа, мыло дегтярное. Не дай перхоти победить. Не является лекарственным средством перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом. Что, нормально же? Или мыло хозяйственное, и ваши волосы мягкие и пушистые. Вот. Проконсультироваться с... Что такое? Что увидел? Я не убегаю. Все нормально. Ты меня что, спасать, что ли, идешь? Что-то побежало так. Проконсультируйтесь со специалистом. Ага. Типа, дядя Вань, ты специалист? Ну, конечно, я специалист. Проконсультирую, мыло дегтярное норм. Ну, конечно, норм, пользуйся. Ну и все. То есть вот так вот получается. Не уточняются, с каким специалистом, где консультироваться, о чем. Как их взять? Ну, кря-кря-кря. Цыпа-цыпа. Не, вот такие вечера были бы подольше. Просто вот сижу на заднице, ноги кверху. И из воды не хочется вылезать. Солнце уже скрылось. А, щука жерех вон. Вон булькает. Щука жерех еще тут есть, оказывается.
не нужен нам берег Заморский. Тут классно. И все это в шаговой доступности, можно сказать, на заднем дворе. Теперь все точно. Я еще так почилирую. Минут 10. И пойду ужинать. Потом какой-нибудь фильмец посмотрю. Ну не какой-нибудь, я сейчас смотрю Star Trek Discovery. Там Сару, Майкл. Еще что-нибудь. Я все сериалы эти Star Trek Discovery, Enterprise, Picard, еще что-то там. Люблю космическое. Чу-чу-чу-чу. А, ну это уже из серии этих. Как, ну, у которых носы с прищепками. Ну вы поняли. Нанос прищепку и кверху ногами там что-то делают такие. Пщ-пщ. Все, теперь пока.